День открытых дверей состоялся в городском дворце культуры. Традиционное мероприятие проводится в первое воскресенье сентября. Не стал исключением и этот год. Такое мероприятие помогает найти занятие по душе десяткам солигорчан самых разных возрастов. Посмотреть на разнообразие предлагаемых кружков и студий сюда пришли целыми семьями. Посетители могли на месте получить консультацию от руководителей 26 творческих объединений и записаться в понравившиеся. Руководство дворца с гордостью отмечает, этот день открытых дверей получился особенно торжественным и многочисленным. И не без повода. В этом году мероприятие приурочили к значимой для культурного центра дате – его 50-летию. Свой золотой юбилей Дворец культуры отметит в декабре месяце этого года. Этому событию посвящены очень многие мероприятия, ряд которых уже состоялся. Это фестиваль «Солигорской Таты». А также в конце этого года вас ждет бенефис заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузорье». Ну и, конечно же, большой гала-концерт наших коллективов. Мы приглашаем всех солигорчан к нам во Дворец культуры.